Всем привет, меня зовут Феликс, и я тот ученик, который каждую линейку получает грамоты по олимпиадам. Простыми словами, я ботаник. Так вот, вчера я первый раз в своей коротенькой жизни посетил такое мероприятие, как день рождения своей одноклассницы. Ее зовут Махабат, и ей исполнилось, кажется, 13 лет. Огромное спасибо, что пришли на мой день рождения. Я вам очень благодарна, и я вам очень Бла-бла-бла. Здесь ничего нового. Так вот, почему мы именно таким отрядом собрались из всего класса? Из 30 детей в классе на день рождения пришло только 6. Потому что у Махабат очень скверный характер, который редко кто перенесет. Спасибо большое. Красиво. Я сказал редко, а не никто. Так вот, среди этих в топовом месте попадает Кирилл, который влюблен в нее, кажется. У него мозгов не больше, чем у его 3-летнего братишки. Топовое место номер 2, Камила. Спасибо, красиво. Очень красивые сережки. Двоюродная сестра, у нее просто нет выбора, она самая спокойная в нашем классе, и в нее влюблен Дамир. У тебя хороший вкус. Дамир здесь из-за Камилы. Там еще была Алина, и ей, кажется, нравился я. А мне учеба и мое будущее, чтоб вы понимали. Вы, наверное, думаете, а что же я здесь потерял? Нет, мне не нравится Алина. Я с Махабат сижу за одной партой, и она у меня списывает просто все предметы. Как вы понимали, я ботаник, мне просто необходима коммуникация со своими сверстниками. Но я пожалел, что решил начать именно с этой компании. Итак, начнем игру в бутылочку. Первая всегда загадывает именинница. В того, кого попадет бутылка, целуют Айдану. Так нечестно, почему я первая? Сегодня все желания именинницы исполняют. Ну ладно. Сейчас кому попадет бутылка, тот поцелует Кирилла. Понятно? Бутылочка, тот целует Махабат. Давайте начнем сначала. Дамир любит Камилу, Алина любит меня, Кирилл по уши влюблен в Махабат. Но при чем тут я, ваша любви? После этого случая я растянул руку. А возможно, и сломал. В общем, никто не может списать контрольную работу любовью, а контрольную никто не отменял.